Ну что, ребят, настоящая зима пришла. Долго я сопротивлялся, чтобы собраться и поехать. Но, наконец-то, я выехал. И хочу сказать, погоду подобрал я удачно. Причем, чересчур удачно, мне кажется. На сегодня у нас было штормовое предупреждение. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Сильный снег. Ну, вот и все. Самая хорошая погода, чтобы катать зимой, да? Не знаю, ребят, как заставить работать эту камеру, блин, но что будет, то будет. Я уже не знаю, что с этим делать. Надо как бы попробовать сейчас спуститься и заставить это на камеру. Итак, что я хочу сказать? Сказать хочу то, что аккумулятор у меня на камере сел. И другие тоже не хотят работать. Вроде бы, мне не холодно, а аккумуляторы сели. И я не знаю, что делать, блин. Придется, наверное, снимать с телефона, я не знаю. Знаете, что я подумал? В этой серии у меня будет больше видов, меньше разговоров. Ну и больше красоты, соответственно. Но я так думаю. И поменьше моего носа вот этого, наверное. Что ж, попробуем сделать это. Я надеюсь, она будет работать. Сейчас нужно втопить на полную силу и дождаться счастья. Знаете, что вообще хочу сказать? Как бы погода очень сильно радует, но камера вот моя меня не радует. Она почему-то очень тупит. Как бы мне ее подарили, я за нее не ответственен. И сдать, и что-то с ней сделать я не могу. У меня есть выход. Или снимать всегда с рук, типа грею ее хоть чуть-чуть, как я сейчас делаю. Или снимать на телефон. В общем, я не знаю, ребят, посмотрим, что из этого выйдет. Самое главное, чтобы она снимала на середине пути. Там будет очень красиво. Я надеюсь, я вам это покажу. Да, знаете, ребят, я вот сегодня тоже, когда выходил, очень сильно думал, нужно мне это или не нужно, но вот этим заниматься, типа зимой ездить, снимать. И как вы думаете, что я сделал, чтобы как бы, ну, поднять себе мотивацию, типа поверить в себя? В общем, чтобы найти свою мотивацию, мне пришлось смотреть свои видео зимние же. Представляете, да? Сам катаюсь, сам себя мотивирую и заставляю этим заниматься. Вот что значит любовь к занятиям, да, понимаете? Перчатку забыл. Вроде хода вроде дальше нет. Потому что, собственно, вот эти. Вот так вот приходится идти. А мы тут летом ездили. Тут типа велодорожка, представляете себе, да? Фу. Зачем я это делаю? Непонятно. О! Лыжня! Фу. О! Почти по колено. Угу. Брать под руки, наверное, вот так, да? И нести. Ничего себе! Да тут можно пешком пройти. Крутяк! Знаете, что-то я устаю.
Так, с этот ужаснейший участок преодолен. Осталось заехать в район и проехать его насквозь. Естественно, толкать велосипед по снегу было просто мучением. И на самом деле участок там такой длинненький. Так, ставил новый теплый аккумулятор, и по идее сейчас все должно работать. Хочу чуть-чуть снять. В очень прикольном месте еду, надеюсь, хоть что-нибудь получится. Поехали. Погнали. Да, давно я по таким тропинкам не ездил. Что в них не прикольно, вот они прям посерединке, они очень твердые, а уже в 10 сантиметрах от серединки они очень рыхлые. Ездить по ним, конечно, вообще не круто. Реально сказочная погода, ребят. И школа просто в сказочном месте. Это, кстати, у нас сегодня за 25 декабря. Возможно, уже даже какой-нибудь 28-е. Совсем Новый год на носу. А я еще без елки. А вы елку прикупили, ребят? Я думаю, что я сегодня буду без елки. Ох, ребят, лагает. Ну какая же красота, а? Ну лагает, блин. Вот, собственно, волнорез. Там должна быть ГЭС, а там Самарская Лука. Но ни того и ни другого не видно. А все почему? Потому что сегодня метель. Я думаю, трасса в данный момент стоит. И неплохо стоит трасса. Потому что нифигашеньки не видно. И сейчас я поднимаюсь наверх, чтобы посмотреть, как же там, блин, красиво. Знаете, ребят, дойдя до сюда, я, кажется, понял, что тут все замело. Вот здесь проходит пешеходная тропа. Вы поняли, да? Вот тут, где мне сугроб выше пояса. Кажется, я телепортировался в молоко. А камера просто выключается. Проходит 5 секунд, и она урубается. Не знаю, что делать. Я сюда что, зря ехал? В общем, прошел я чуть подальше. И как видно, здесь такая же история. Я думал, что здесь могу и покататься. Ну, типа, да? Ага. Зима, все круто. Но, кстати, вон мой велосипед. Я все же понял, что вот, как бы, по колено это не есть вариант. Там внизу как бы я не хочу оказаться. Тут вот сугроб по колено, опять же. Можете представить, как мне холодно, все дела. Посмотрел погоду, телефон пишет минус 13, ощущается как минус 18. Ну что же, камера отказывается работать. Сейчас будет самое нелюбимое мое действо. Дорога домой. Что я хочу сказать? Камера не работает. Метель просто наиграшнейшая. Не смотрите никакие видео. Вы можете смотреть мои, но не забывайте катать. Вот и все. Знаете, ребят, я, короче, пешком тут почти иду и думаю. А нафиг это все нужно? Особенно зимой. Никакого, так сказать, толка от этого я не вижу.
Камера дает причуду на морозе. Кроме собственной, короче, красоты, я для себя тут ничего не нахожу. Один только, можно сказать, вред. Так что на зимний сезон, ребята, не знаю, что ждите. Ждите, наверное, сезона. Тепла. Ну, естественно, когда она у меня будет, а не у вас, потому что у кого-то даже снега еще нет. Так что, ребятки, не знаю, что я буду делать. Наверное, у нас будет перерыв до нормального теплого беснежного сезона.